400 куличей для ветеранов и инвалидов труда городского округа Люберцы. В преддверии праздника Светлой Пасхи депутат по третьему избирательному округу Дмитрий Крестинин по традиции посетил территориальное общество инвалидов. На встрече он поздравил пенсионеров с наступающим праздником и вручил каждому пасхальный кулич. Марина Левичева – инвалид по зрению второй группы. С самых истоков она стоит в обществе инвалидов. Как признается пенсионерка, о них не забывают и очень любят. А сегодня председатель удивила приятной новостью. Ну, вот сейчас я пойду, куплю яички, завтра буду красить их. Вот я собралась на Пасху купить куличик, а как раз, вот видите, общество инвалидов позвонили, что приходите, я очень им благодарна. В акции по раздаче главного пасхального блюда принимают участие три общества инвалидов. Вот уже 9-й год ее проводят депутаты 3-го избирательного округа во главе с Дмитрием Крестининым. Как признается сам депутат, это малая толика внимания, которое он с коллегами может оказать старшему поколению. Мы стараемся отмечать наше старшее поколение, благодарность за то, что вот они у нас есть, за их жизненный опыт, привлекаем молодежь к помощи. Делаем это от чистого сердца, потому что считаем это своей прямой обязанностью – поддержку старшего поколения. В этом году в акции по раздаче куличей примут участие около 400 ветеранов и инвалидов труда города Люберцы. Мария Кузьмичева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.